Давай. Вот. Значит, произвели закрепление другой стороны. Железяку повело. Естественно, что ее повело вокруг своей оси, потому что варим поверху. И здесь ее оборачивает. Ну, здесь мы дали вот нормальную соплю, не оборвало. И сейчас закончим вот это все дело. Не спешим с выводами, а, пожалуйста, вот пластинку. Пластинку мы заваривать не будем, мы просто, ну, так покажу для общего понимания, что здесь делаем стеллажик, мы ее будем доваривать немножко, ну, вот чуть дальше. Теперь очень важно для того, чтобы убедиться, насколько полноценно, вот здесь. Ну, положение меня обязывает, то, что снимается на камеру. Здесь я уже впаял так, что как надо. Сейчас заварю. Чуть-чуть сюда. Хорошая камера Samsung. Позволяет. Открытый экранчик. И оператору удобно вот снимать любым образом. А ну сейчас возьму. Вот фокус попал, вот такая она. Тут, по-моему, я идеально дал. Вот таким вот образом проверяем, насколько полноценно у нас получилась сварка. Ну, здесь елочка получилась красивая, но сварка получилась полная фигня. Наверное, волнение дало свои знаки. Но... А, с другой стороны. А ну, вот сейчас мне передай на руку. Вот с другой стороны получилась елочка. Ну, фокус. Там есть штука такая, понимаешь, если снимать в ЦОМ, в ручном режиме, оно позволяет, ну, у нас осветление просто не позволяет. Позволяет фокус включать. Да, фокус ты можешь сфокусировать, то есть на... Вот. Вот. Получается вывести. Вот здесь у нас получилась вот та елочка, которая необходима. То есть здесь сварка произошла абсолютно правильно. Вот она. Сейчас я паузу и сейчас переключимся на автоматичный режим. Вот, отлично. Так.